Значит, сделаем так. У вас будет, как вы там говорите, челлендж. Вы должны сами пройти регистрацию на самолет. А может, не стоит лучше, а вдруг они снова потеряются? Да не потеряются. Здесь везде полиция, все будет в порядке. А вот щенка мы заберем с собой, вот он точно потеряться может. Будем ждать вас в самолете. Ну хорошо, но в любом случае, если что... Эх, все равно мне не нравится эта идея. Прием-прием, леди и джентльмены, на связи, как всегда, Шедимен и, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик-Кубик. Привет-привет, друзья! Добро пожаловать в «Жизнь или выживание» в режиме детей в Майнкрафте. Это история о том, где мы вместе с Леской и Нубиком стали маленькими, и сегодня мы летим кое-куда. Но куда именно, мы пока что тебе не скажем, потому что, если что, ты все обязательно поймешь. Так что сегодня предстоит долгий полет, но перед этим нам сегодня нужно будет еще до этого самолета добраться через этот гигантский аэропорт, который находится прямо позади нас, потому что нас уже ожидают в самолете. Ну, а для тебя у меня есть вопрос. Какой у тебя был самый длительный полет? Сколько часов, минут, может, либо вообще, ну хотя дней нет, вряд ли дней, все-таки столько самолетов не летает, но, короче, какой твой был самый длительный полет на самолете и летал ли ты вообще когда-нибудь на каком-нибудь летательном средстве? Прямо сейчас пиши в комментариях и после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом и, естественно, нажать на красную кнопку подписаться. Ну ладно, мы тут уже под этим дождем стоим. Так, все. А, таксист, господин, спасибо большое, то, что довезли, мы пойдем. Да, так, до паспорта свидания. Все взяли? Да, паспорта, взяли, телефоны, короче, работает. Так, деньги у меня, если что, я вам куплю что-нибудь полная. Там. А вы боитесь на самолетах летать? Да нет, если долго не летаешь, как-то страшно, а потом, когда летаешь, потом не страшно становится, но я уже давно не летал, так что... Так, что тут о, смотрите, мне тоже страшно. Смотрите, собака, тут прям этот досмотр с собакой прямо. Так, эй, Нубик, Нубик, куда пошел через металл детектор? Тут сначала надо рюкзаки снять и положить вот сюда. Да. Тут, короче, вот сюда кладешь, и у тебя сундук, получается, через металлодетектор приезжает. Вот туда-сюда будет кататься. Так, вы положили? Да, я положил. Я положил. Так, ждем. Так, телефоны. Телефоны нужно, кстати, тоже выложить. Давай пока в сейф положим. Вот сюда. А то через металлы. Так, телефон вот сюда. Так, я прохожу. О, у меня чисто. У меня чисто. У меня тоже. Так, телефоны только не забудьте сразу тоже забрать. Так, все. Да. Все окей. Так, я пока ваши рюкзаки тоже вытащу заодно, пока я тут нахожусь в любом случае. Ага, давай. Так, спасибо. Раз, два, три. Так, готово. Так, резко держи, Нубик, держи. А, так, о, все, мы с вами внутри. Так, смотрите, какая гроза на улице. Что-то как-то страшно, а нет? Так темно стало. А точно вообще... страшно. Подожди, а самолет вообще не задержит в такую погоду же, по-моему? Я не знаю. А если в самолет молнию ударит, вы представьте, что будет вообще? Это, что кстати, будет, знаешь, кстати? Я вот всегда... Очень я плохо, всегда скорее всего, самолет упадет. У меня страх летать на самолетах. У меня такой страх. Я всегда боялась. А еще бывает, знаете, птица в турбину и тоже не летит самолет. Потом... Ой, да нет. Это же самолет летит на высоте более 10 километров. Там температура минус 50, минус 60. Там птицы не летают. Вот именно. А, кстати, что мы стоим? Погодите, нам куда? Билеты еще надо получить. Нам нужно эту пятую стойку искать. А нам сказали, по-моему, пятую... Так, там туалет. Я не знаю, помните, там багаж надо сдать, типа, перед самолетом, там, типа... Мы же еще дозарегистрироваться должны там. Так, четыре, да, пятая. Так. Погоди, тут четвертая стойка. Вот, наверное, там, вот тут второй пятая. Во, пятая стойка, идите сюда. Так, идите сюда. Наша. Так, смотрите, тут, короче, надо будет билет взять. Так, давайте каждый сам-то возьмет. Так, берите. Раз-два, Нубик, держи. Так, добрый день. Вот у меня паспорт, у меня, короче, багаж нужно сдать один. Вот, будьте добры, пожалуйста. Так, так, вот билет. Так, это, следующий, подходите. Все остальное по очереди берем билет и кладите, получается, все свое добро, рюкзаки вот сюда, в этот контейнер. Так, вот, тут, и да? Потом я все это запущу. А мой паспорт, посмотрите. Хорошо. Так, давай, Леска, клади, короче, все, там, бери билет. У меня есть билет. Меня так, тоже. Все, я билет кстати, взяла. Я так, паспорт хочу. Вроде да, смотрел, я тоже хочу. Так, все положили рюкзаки или нет? Нет, я еще не положила. Я положил. Так, Леска, давай клади. И, все, короче, наш багажик сейчас уедет отсюда, насколько я понимаю. Так, все, смотрите, у меня вот бац. Такой билетик. Все, уехал багаж, короче. Больше, больше да, не увидим. В общем, да, мы с ним увидимся, да, когда все, прилетим. Он вернулся пустой теперь, чтобы следующие люди подошли, получается, ну что, и потом пойдемте? Все что сделали. Так, пойдемте купим что-нибудь, наверное. На самолете, поедим, да? Давайте какие-нибудь вкусняшки возьмем, там будем хрустеть чем-нибудь. Там вкусненько, печеньки, сухарики. Так, на, держите монетки, тут реально можно штуки прикольные взять, короче, давайте. Я пока посмотрю сладости. О, мне печенька выпала. Мне печенька, человечек, выпала. Шеди, дай мне еще денег. Подожди, так, жива... А ты что так много закупил-то, в смысле? Куда тебе еще? Я вот сколько тебе монеток и так уже дал. Так, напитки я тоже возьму, две штучки, наверное. У меня фанты и
Кока-кола вишневая. Это жвачка, ну бег. У меня тоже, у меня оранжевая, у меня апельсиновая, у меня жвачка, желтая, короче. Зеленая, а у меня лаймовая. Так, это, конечно, все прикольно, но я как бы это закусить взял. Я хочу нормальную еду какую-нибудь получше взять, но в том смысле то, что более сытную. А я взял уже, в смысле, вот же ресторанчик, смотрите, прикольно, здесь все сидят. Давайте что-нибудь вкусненькое. Давайте, короче, возьмите себе этот деньжат, сами посмотрите, что купить можете. Так, 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 вот, держите. Так, добрый день. Слушай, так, что у вас тут продается? Да, шоколадные, получается, всякие кексики. Я суши возьму еще, смотрите. А я возьму, нет, наверное, есть, вот пиццу. Слушайте, пицца, она достаточно дешевая, и, как я мне кажется, пиццу. Она сытная, да, плюс-минус пицца. Кальмарные колечки, кальмаровые, ничего себе, я их обожаю. Суши. Все, я опять монеток так, оставлю. Я штучки. Все взял, о, я все взял. Так, пойдемте сядем, поедим, короче. Давай. Я так, я пока стол займу. Так, где тут... А вот, нет, погоди, где тут свободные столы-то вообще? Что-то не пойму, что-то везде а все... Вот а вот, идите вот, сюда, вот, идите вот, сюда. Вот здесь, вот здесь, вот здесь свободный столик. Так, садимся. Так, сейчас пиццу поедим, все нормально. Слушайте, обожаю в таких местах кушать. Прям вообще, прям по-другому все как-то, да. Вкусно. Хорошо. Я на потом оставил сладостей. Я прям много всяких штук есть. Взял. У меня суши есть. Так. Слушайте, у меня один кусочек остался. У меня много всяких напитков есть. Я напитки прям проголодался очень потом. Сильно. Поделишься у меня тоже потом. Есть, у меня два. У меня два напитка Ветка, тоже. Я могу тебе дать черри, кока-кола. О, слушай, она вообще вкусная. Так, слушайте, пойдемте прогуляемся еще по аэропорту, посмотрим, что здесь есть. Так, там, наверное, уже посадка слушай, на самолет. Слушай, я здесь знаю, зал ожидания, да? Молнии сильные, прям как-то не по себе. Что-то мне представляю то, что мы летим, а как-то не так. Может она прекратится потом? Может она прекратится потом? Да может быть. Я не знаю, бывает. А может быть и нет, я не знаю. Кстати, народу немного, да, сегодня, вот смотрите. Опять да. Снова тут собаки стоят. Так, а это что здесь такое? Багажи что ли тоже сдавать? Либо что это? Погде? О, смотрите, это развлечения какие-то что ли? Это типа боулинга? Слушай, а это получается... Погоди, это реально боулинги, смотрите. Ну-ка, давайте каждый на свою линию встанет, посмотрим, кто докуда докинет это же, вообще. Это же как типа кёрлинга даже получается. Да. Дорожка ну, не, боулинг. Ну, типа боулинг, кёрлинг. Так, ну что, готовы? Да. Так, давайте так. Опа! Да. Так, ну-ка, ну-ка, давай, мячик долет... Нет, нет, ой, нет, долетел у меня. Так, Эль, Нубика, ты куда встал-то? Ты куда встал-то? Взял на эту перилу, встал, короче. Это же запретная линия, запретительная, как там? О, ну-ка, едет мяч. Нубик, ну что ты как-то слабо кидаешь на самом деле. Так, сейчас я мяч свой заберу. Давай, давай, ты должен прям посильнее кинуть, короче. Бац, опа, полетел мяч. Пошел, есть, я закинул. Я еще раз хочу. Нубик, а что у тебя не получается-то? Ты что, как-то слабенький. Ты совсем не поел, что ли, только что? Вот как леска хорошо кинула, смотрите, сильно. Где? Вот куда? Я смог, я смог. А чё, а не загорелась лампочка-то? Нубик. А давай. Вот, теперь загорелась. Вот теперь красавчик, вообще нормалёк. Так, ну-ка, у меня получится. Так, да, у меня получилось тоже. Так, ладно, готово. Все, отлично, готово. Так, короче, главное не забудьте, чтобы в тубзяку все сходите. А, серьезно, я только это... Подожди, стой, ты хотя бы... Так, в туалет, да, да. Тут написано то, что туалеты... Пиццечку и в туалет, и пиццечку. Слушай, Лиска, смотри. А где вы? Там даже вон там люди Давайте. Стоят, прикинь. Ой, сидят где? Сейчас, вон, подожди. Вон, за компьютерами что-то там делают. Идем. Слушай, ну это, так, наверное, идем. Мы-то там... зачем тебе? Ты что, сам в туалет, что ли, не зайдешь? Либо что? Это что такое? Закройте дверь. Что там такое? Ну, Бик, тихо, ты... Вот как он это делает? Да, Леска, ты куда? Как он все время это делает, а то что он именно в тот туалет заглядывает, мужик где, сидит. Короче... Нубик, потише, ты что там делаешь, совсем что ли? Капец, стены, пошли, стены, мы его треснут, не знаем. Нубик, развалится. Стены сейчас треснут, реально, просто. Ты... А что не смыл за собой, Нубик? Нубик, задохнутся ты все сейчас после тебя. Нет, нет. Позорище нет. Будет сейчас, мы точно не полетим никуда. Реально, в самолет все? Не пустят, руки помыл? О. Давай, мой руки нормально, потому что это вообще, Нубик, ну серьезно. Ты как бы. Дома вечно так. Мыло не берешь, ничего не берешь. Я ему сушу подложу. Сушу? Так, ладно, слушайте, ничего. А что здесь у нас? О, Нубик, иди сюда, вот это тебе. Это что? Иди заходи в душ, короче, тебе вот реально душ надо прям вообще, я не знаю. А как он мокрый-то пойдет, вы чего? Я не знаю, там дождь на улице промок просто из-за этого, и все. Все, пошлите. Так. Слушайте, а сколько времени, кстати, у нас самолет во сколько сегодня вылетает, я что-то даже не помню. Подожди, я не знаю, давай скорее, а вдруг мы опоздали? Я что-то... Погоди, а куда идти-то? Вы знаете, где выход-то находится? Слушайте, так, а давайте вот так посмотрим, через окно, обычно может быть. Обычно где-то сверху выход-то бывает на самолеты, на втором, третьем этаже. Я там вижу какой-то отвод. Там трубы, да, такие вот подсоединяют к самолету? Да. Стоят же, это наш, нет, самолет. У нас какой номер, как выглядит? Я не помню. Так, я паспорт... Ладно, короче, пошлите вон туда, поднимемся, посмотрим, что я там. Может быть, оттуда будет видно как-то. Я, конечно, голодная, но я в самолете.
кстати, хочу хорошо. Поехать. Хорошо. Я, кстати, что-то вообще нравится. Есть хочу, но я сейчас не хорошо, понимаю. Хорошо. А если мы сейчас так. Опоздали, то будет очень весело. Не, не опоздали, блядь, еще ничего не объявляли. Вот, смотрите, тут так. Нет. Вот у нас паспорта, все есть, у нас полет сегодня, у нас полет. Пока. Все нормально, все нормально. Да. Так, идемте скорее, вот, идемте. Так, здесь, вот тут подсвечено так. Специально, так, чтобы это не заблудиться. Стойки, стойки, через которые выходят, да, проходы? Да, получается. Слушайте, по-моему, главное, чтобы мы не в тот самолет не сели, потому так что это вообще будет не нет, смешно. Я смотрю, это вообще никто так. Не видит. Что... О, форточка открыта. Так, не вывалитесь только туда. Капец, так, заходим. Так. О, люди уже сидят, кстати. Так, а где наши-то все там? Чё, где они вообще? Погодите. Я не так. Знаю, у нас какие места? А, вон они, вдали, вон, я вижу. Мама! Так, привет. Ну привет, вот, папа. Я же говорил то, что у них получится добраться. Давайте места занимать, и скоро самолет уже отлетать будет. А давайте сюда. Все, садимся. Сюда. Так, куда у нас билеты куплены? Мы не можем на любое место чего садиться. У меня вот, например... у меня вот место вот здесь, у меня возле песика. Нифига смотрю, я вместе с... В смысле, один вместе с песиками а или что вообще-то? Нашим? Ну ладно. Я поем суши. Давай поешь суши, короче, так. А что вы хотели? Здесь что ли сидеть где-то? Где? Ну ты куда ты пересаживаешься постоянно? Не, не понял. Тут сядь буду, на место. Мы сейчас не взлетим точно нравится. Никогда. Будем пересаживаться постоянно. Так, ладно. Короче. Так, давайте. Все, самолет, по-моему, движение потихоньку начинает. Да, катиться начинает. Так. Он сейчас какое-то время будет катиться, короче, назад как выкатится, и получается будет уже взлетать после этого. Так, продолжаем. Да. Так, все в порядке, по-моему. Телефончик так, вот этот смотри. Самый дурацкий момент, это когда, короче, самолет, он такой назад откатывается, вот сейчас потихоньку начинает скорость набирать, и прям вообще, я ненавижу это чувство, вообще дурацкое на самом деле. А я люблю это чувство. Серьезно? Погнали. Ой, у меня уши закладывают, капец, я не могу прямо. Да, прям вообще трясет прям все, я не могу, серьезно говорю. Давайте. Любик, не кричи только. Достаем. Ты сейчас из самолета выгонят на. Какие вкусняшки? Леска сейчас тебя вырвет там куда-нибудь вкусняшками этими. Нет, вообще фигня что, будет полная. Вообще прикольно сейчас. Жвачка. О, вроде бы все. Слушайте, вроде бы летим, походу. Всё, мы набираем высоту, по-моему, уже. Куда встал? Нельзя, это, сиди, погоди. Первое время, когда самолет взлетает, там еще минут 10, наверное, ремни нельзя снимать, вообще ничего делать нельзя. Вот именно, Нубик. Так, я вот теперь можно попить, короче. Вот теперь можно попить. Поесть. Слушайте, а прикольно, да? Прям я на самолете давно не летал и прям отвык очень сильно, на самом деле. Да это вообще же круто. О, классно. О, все, теперь можем вставать, получается. Наконец-то. Теперь можем вставать. Пошлите. Теперь можем идти. Все будет нормально, надеюсь. Так. Что, пойдем? Куда посмотрим? Я не знаю. Что там, Нубика, что там? Где? Где? Ничего. Ты говоришь, нет, что нет, здесь? Нет. Где? Что здесь? Что? Ну вот, птичка пролетела. Смотрите, какое красивое окно, вот вид. А я сушенку съела. Конечно, знаете, сушенку конечно, съела. Красивое окно, Нубик. Что уже еще? Так. Ну чего? Да чего? Давай, нам что сколько? Нам не знаю, сколько часов еще лететь, я вообще понять не имею, что нам делать. А тут что даже. Делать-то будем? Давайте прятки сыграем, короче, реально. Давайте прятки сыграем. Так. Давай. А что тут? Давай. Куда? Идите прячься. Давай мы с Нубик с тобой прячемся, короче. Погнали скорее, куда мы спрячемся? До 10, наверное, в смысле до скольки? Так, пошли сюда. Тихо, 6, тихо, ну, 7, тихо. 8, так. 9, 10. Вы готовы? Да, я мы иду? Готовы. Ты что тут куда-то за мной ты идешь постоянно? Капец. Или я. В смысле, не ты? Все, я пошла. Ты стоишь вот здесь. В смысле, нет. Вот ты стоишь здесь. Ай, так, Лиска, давай, короче, так, пробуй найти куда-нибудь. Я иду искать. Давай. Между рядами. Капец, я никогда в самолете прятки еще не играл вообще. О, зеленый военный летит, он, походу, какой-то. Военный. Дальше. Нубик, что с тобой? Что? Расскажи что-нибудь. Что там делаете-то? Ну, так, я сейчас найду вас, можете ничего не говорить, потому что вас уже слышали. А тут уже некуда так, прятаться-то и... вообще толком. Куда здесь прятаться вообще? Некуда. Совсем. А вы что, под столом? Под столом? У нас, по-моему, щеночек тоже в прятки конечно, играет. Под столом сидим. А... Куда еще прятаться? Пока что только под столом получается. О, Нубика первым нашли. Нубик, тебя первым нашли. Все, иди, ты вода получается. Ты вода. Туалетной бумагой. С туалетной бумагой. Нубик, реально, вот на туалетной бумаге постоянно прячешься только. Семь, восемь, девять, десять, я иду искать. Давай. Я спряталась. Я тоже. Но туалет, конечно, это очень серьезная вещица. Ну, да. Серьезно, вот это ты специально. Он подглядывал. Он специально подглядывал, он такой так еще встал. Видно, ты он чё? Такой вид сделал, как нет, будто бы он блядь, меня не видел просто, видно. Короче. Он просто ой, типа нет. Сделал вид, как будто он не видел. Нет, это не считается. Это но не считается. Найдите, Нубик. Это не считается, вот серьезно. Что это за бред вообще? Серьезно, что ли? Меня здесь не видно. Он такой встал, повернулся такой, прошел вперед, спалил. Ладно, окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, я иду искать. О, Нубик нашелся!
Нубик нашелся, все, нашелся, все, попался, попался, Нубик. Эй, стоп, что это? Меня найдите. Что ты делаешь, Нубик? Ты с ума сошел, что ли? Леска, иди сюда скорее. В смысле, вы не смогли найти меня? На скрыло горит у самолета. Да ты врешь, подожди, обманываешь. Реально огонь. Что делать? Быстрее, надо папе с мамой. Там горит крыло от самолета. Ты с ума сошел? Нубик, Нубик. Парашюты просим. Ты с ума сошел? Иди сюда. Не кричите ни в коем случае на весь салон. Вы понимаете, сейчас паника будет такая. Папе с мамой сказала я уже. Чего они сидят? Так, короче, я не знаю, если мы скажем, то это что-то тогда произойдет-то вообще, я не знаю. Они в наушниках, что ли, они поймут? Походу, в наушниках, ну естественно. Нубик, что делать будем? Да быстрее надо говорить пилотам, надо сажать самолет, экстренная посадка. Катапультация, мысли реально, типа, о чем ты говоришь вообще? Сажать экстренный самолет, быстрее, мы сейчас реально врубим. Ладно, короче, возможно, я не знаю. А если на самом... А может это муляж какой-то, я не знаю? Какой муляж, смотри, какой костер. Капец, а что будет дальше, интересно? В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Мы прямо сейчас находимся в самолете. Мы спалили то, что у нас горит крыло. Но что будет происходить дальше, друзья, мы, конечно же, узнаем только в будущих, получается, сериях. Если мы, конечно, с самолетом справимся здесь. Вот, мы сейчас все это скажем, но что будет происходить дальше, мы узнаем уже потом. На связи был Шэдимен, всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Я пойду, пожалуй, лучше ремень безопасности пристегну. О, я тоже сяду.